На аппаратном совещании в городском исполнительном комитете рассмотрели вопрос благоустройства прилегающих к предприятиям и организациям территорий и наведения порядка на земле. С некоторыми руководителями состоялся серьезный предметный разговор. О том, кому необходимо провести генеральную уборку на своей территории, рассказывает наш корреспондент. Аппаратное совещание в городском исполнительном комитете началось с приятной миссии, которую выполнил председатель Пинского городского совета «Освод» Юрий Пичугин. В честь 150-летия организации по поручению председателей государственной и областной организации «Освод» нескольким активистам общества спасания на водах были вручены нагрудные знаки. Среди награжденных – заместитель председателя Пинского горисполкома Геннадий Дубойский. А по итогам работы за 2021 год награду получил директор речного порта Пинск Владимир Деканчук. Одной из основных тем, рассмотренных на совещании, стало благоустройство и наведение порядка предприятиями города, информацию по которому предоставили начальник горроинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Надежда Михнюк и главный врач Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии Владимир Ващук. Как было отмечено, наведение порядка на земле находится на постоянном контроле. Большой объем работы предприятия провели еще во время весеннего месячника. Однако, как показало обследование городских территорий, есть места, над которыми необходимо продолжать работу. Подробности показали на слайдах. Надежда Михнюк отметила неплохой результат работы на территории, прилегающей к гаражному кооперативу номер 12. Мусор и старые ветки здесь собраны, однако все это необходимо вывести. По заверению председателя кооператива, который также был приглашен на совещание, весь мусор уже вывезен. Приятно видеть, что город благоустраивается, строятся новые объекты, но в процессе строительства таких объектов, вот как, например, на слайде по проспекту Желтовского, вблизи дома номер 12, вот так под балконом складируются строительные отходы. Среди предприятий, которым необходимо навести порядок на прилегающие территории, «Стройвид Плюс» на улице Калиновского, Пинске, государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства, гипермаркет «Билд», частные лица. Ряд предприятий был отмечен и с положительной стороны. Главный врач Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии Владимир Ващук обратил внимание на тех руководителей субъектов хозяйствования и промышленных предприятий, которые уделяют большое внимание эстетизации и благоустройству. С положительной стороны можно отметить, я считаю, что такие предприятия, как «Амкадор», «Кузлитмаш», электрические сети, хлебозавод, «Пинсрайгаз», «Пинсдрев», строительный трест номер 2. Однако в ходе проверки санитарной службой был выявлен и ряд нарушений, которые также продемонстрировали на слайдах. Прозвучали такие предприятия, как «Пинема», «Полесье», «ТСВ», «Пинск Ресурсы», «Динамо-Программтекстиль» и ряд других. Всем руководителям предприятий были выданы рекомендации по устранению недостатков в определенный срок. Председатель горисполкома Валерий Рябковец поручил контролирующим службам наладить более жесткий контроль в вопросах наведения порядка и в кратчайшие сроки все устранить. ТЭЦ выкосить, что показывали, трассы лежат, порядок должен быть. Владимир Владимирович, контроль должен быть ежедневный. И дожди идут, трава растет. Если не контролируете, мусор появляется, значит вы не дорабатываете. У присутствующих руководителей предприятий и организаций также возникли вопросы по некоторым объектам. К примеру, директора открытого акционерного общества «Север Пинск» Александра Гордича волновало состояние строительной площадки коллектора в одной из самых людных точек в районе магазина 44-й «Меридиан». Сейчас нужно содержать нормальное состояние, по крайней мере, если не заасфальтировать, то подсыпать. Почему? Потому что последний звонок вот в 7-й школе показал, когда транспорта было много, людей много, что люди, по крайней мере, высказывают недовольство состоянием той площадки, которая на сегодняшний день там есть. Ее можно было бы где-то более-менее привести в порядок, чтобы не стояли ямы с водой и которые нужно топтаться. А в долгосрочном плане, просьба от Северопинска, если есть возможность где-то побыстрее ее, так сказать, заасфальтировать, сосредоточить там ресурсы подряд организации для того, чтобы, по крайней мере, к сентябрю привести вместе со службами ЖРЭВа газон в порядок, и сделать там серым пинском красоту. Сергей Викторович, когда асфальт будет положен? Все, с финансированием разобрались? Но дня 3-4 назад деньги пошли. Когда будет асфальт положен? Я думаю, так, там надо пройти вот этот проезд, который между 153-м домом и центральной 25, это в районе вот автобусной остановки. И тогда можно... И автобусную остановку надо... Это в этом месте, нет? Это в этом месте. Да. И сделать канальчик и автобусную остановку внутрь. Когда это сделать? Ну,
поводу автобусной остановки обсуждали вчера. Частично мы что-то сможем реализовать за счет проекта, значит, вот этого. Но надо там принимать технические решения, как где именно ее размещать. Поэтому нужно время. На совещании был рассмотрен и ряд других вопросов, касающихся благоустройства и наведения порядка на земле.